Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я расскажу о смартфоне Samsung Galaxy S21 5G. Ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель вы найдете в описании. Надеюсь, что видео будет для вас полезно и вы поставите лайк, а также подпишитесь на наш канал и включите колокольчик. Также мне будет очень приятно, если вы зададите вопрос в комментариях или поделитесь своим мнением с нашими зрителями. По бокам проходит приятная алюминиевая полоса, которая аккуратно перетекает в область камер. Благодаря ей у смартфона появилось собственное лицо, его с другими не перепутаешь. К тому же двухцветное сочетание смотрится очень красиво. Дизайнерский вырез модулей камер под названием Contour Cut выполняет практичную функцию. Он защищает камеру от царапин при падении, если не носить телефон в чехле. Смартфон доступен в цветах фиолетовый фантом, серый фантом, белый фантом и розовый фантом. Причем розовый и фиолетовый с золотистыми вставками на корпусе, а вот на белом она серебристая. Серый же телефон получил черную вставку, сборка девайса на отличном уровне, корпус выполнен из усиленного поликарбоната. Адаптивный экран 120 Гц – это экран, который мгновенно адаптируется к любым вашим действиям. Он реагирует на малейшие прикосновения и настраивает частоту обновления в зависимости от контента. Все это делает опыт просмотра по-настоящему особенным. Dynamic AMOLED 2X – невероятно яркий, необыкновенно красочный, потрясающе плавный. Этот экран передает миллионы оттенков с удивительной четкостью, даже при ярком солнце. Защита для глаз. Ваш предстоящий сериальный марафон станет еще приятнее. Устройство значительно уменьшает напряжение и усталость глаз, чтобы вы могли наслаждаться любимыми сериалами утром, днем и ночью. Инновационная защита, созданная для неприятных неожиданностей, стекло Gorilla Glass надежно защищает от царапин и повреждений. Это самое прочное стекло, когда-либо созданное для смартфонов Samsung. Делитесь только тем, чем хотите. Платформа безопасности Knox обеспечивает высокий уровень защищенности вашего телефона на аппаратном уровне и гарантирует конфиденциальность ваших данных и доступа к приложениям. Кроме того, функция Samsung Knox Vault обеспечивает защиту ваших биометрических данных. Увеличенный ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев позволяет разблокировать смартфон еще быстрее, даже если подушечки пальцев сухие. Big Screen Chat позволяет легко общаться с друзьями. Поскольку Google Duo работает на разных устройствах, они могут зайти в любое время и из любого места. Будьте ближе к тем, кто дорог одним касанием. Motion Mirror идет в ногу с вашим обучением, позволяя проецировать смартфон на телевизор, чтобы вы могли следить за тренером, одновременно наблюдая за собой. Приложение вашего смартфона на ПК. Нажмите кнопку «Пуск» или панель задач и откройте прикрепленные мобильные приложения прямо на ПК с Windows 10. Прокручивайте воспоминания, просматривайте ленты социальных сетей и общайтесь с друзьями. Все просто, когда у вас есть приложение «Твой телефон». Метка Galaxy Smart Tag. Прикрепите метку на предмет или даже на питомца, и ваш смартфон сообщит вам, если вы его потеряете. Вы также сможете узнать их последнее местоположение для легкого отслеживания. Делайте легендарные снимки в каждом видео 8К. 8К видео – это самое высокое разрешение в смартфонах. С ним ваши ролики будут выглядеть лучше, чем в кинотеатре, а с частотой 24 кадра в секунду каждый видеоблог и воспоминание – это ваш реальный шанс стать звездой. Снимайте, загружайте и смотрите прямо на YouTube. Соберите целый альбом высококачественных 33-мегапиксельных фотографий с функцией фото из видео 8К. Это легко, снимайте, а потом выбирайте лучшие кадры и делайте из них яркие живые фото. Снимите один дубль, и искусственный интеллект превратит его в фото и видео, из которых вы сможете выбрать лучшие. Это как персональный видеоредактор, который останавливает, замедляет и стабилизирует, чтобы создать контент, достойный Instagram. Динамичный и суперплавный. Режим суперстабилизации буквально создан для движения. Теперь, когда объединили стабилизацию с искусственным интеллектом и съемку в 60 кадров в секунду, ваши приключения могут стать немного более захватывающими.
захватывающими, ведь ваш смартфон снимает как экшн-камера. Функция суперплавного видео 60 кадров в секунду позволяет вам пережить тот самый момент снова, не пропустив ни секунды. Его динамическая частота кадров регулируется автоматически, так что он снимает суперплавное видео как при ярком, так и слабом освещении. Снимайте в 64-мегапиксельном разрешении с потрясающей четкостью. Ваши фото будут выглядеть как произведение искусства. Искусственный интеллект анализирует лица и естественное освещение, ракурсы, направления, чтобы убедиться, что объект съемки в фокусе выглядит великолепно. Нет осветительной бригады, ненавидите вспышку, нет проблем. Теперь вы можете зажечь ночь и запечатлеть ее в ярком цвете, без всяких дополнительных приборов. Обновленная камера обеспечивает 30-кратный цифровой зум и переносит вас из толпы в первый ряд. А блокировка зума стабилизирует снимок, чтобы рука точно не дрогнула. Селфи-режим улучшен искусственным интеллектом, чтобы раскрыть вас в самом выгодном цвете. Фронтальная 10-мегапиксельная камера ловит множество деталей, а быстрая автофокусировка гарантирует, что вы быстро сделаете удачные снимки. Это самый быстрый процессор в истории Galaxy. Больше скорости, больше мощности, больше интеллекта. 5-нанометровый процессор точно не отстанет, и вы сможете делать гораздо больше еще быстрее. Сделайте воспоминания по-настоящему незабываемыми. До 256 гигабайт встроенной памяти означают, что тысячи незабываемых моментов останутся с вами. Игра на уровне профи. Имея экран 120 Гц, вы получаете быстрый отклик и плавность прокрутки. Добавьте к этому поддержку 5G и Wi-Fi 6, и вы сможете играть в самые ресурсоемкие игры в реальном времени и поднимете уровень игры на новую высоту. Игровой ускоритель Game Booster. Новый приоритетный режим Game Booster позволяет вам сосредоточиться на игре, блокируя звонки и уведомления, а также увеличивая производительность. Оптимизированная для движка Unity Engine улучшенная технология искусственного интеллекта отслеживает использование вашего устройства и автоматически подстраивает ваши настройки для оптимального взаимодействия, регулируя температуру, заряд аккумулятора и память во время игры. Телефон поддерживает самые современные диапазоны сотовой сети, включая 5G. Также он оснащен Wi-Fi 6-го поколения и Bluetooth версии 5.0. Также девайс снабжен модулем NFC для оплаты покупок. HyperFast 5G позволяет мгновенно загрузить целый сезон любимого сериала. Чипсет, совместимый с 5G, обеспечивает более высокую скорость, чтобы вы оставались на связи даже во время загрузки или скачивания. А HyperFast Wi-Fi обеспечивает быстрое и надежное подключение. Невероятная мощность аккумулятора. Интеллектуального аккумулятора в 4000 мАч хватит на весь день и даже больше. Благодаря новому энергосберегающему дисплею и процессору он будет работать намного дольше 24 часов даже в сети 5G. Супербыстрая зарядка – это часы работы за считанные минуты зарядки. Режим быстрой беспроводной зарядки Fast Wireless Charging 2.0 позволяет заряжать смартфон без кабеля. Wireless Power Share позволяет использовать смартфон для зарядки ваших наушников, носимых устройств и даже смартфона друга. Я проанализировал отзывы реальных пользователей, и вот что мне удалось найти из отрицательных. Камера. Слабая автономность. Нет разъема 3,5 мм. Отсутствие блока зарядки в комплекте. Сейчас расскажу о положительных отзывах. Экран 120 Гц. Высокая производительность. Сканер отпечатка пальцев большой и срабатывает очень быстро. Новая прошивка очень удобная и юзабельная. Красивый дизайн. Хорошее качество фото. Возможно, вы уже стали владельцем такого смартфона и захотите поделиться своим впечатлением от использования в комментариях. Не забывайте, что ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель находятся в описании. На этом все. Чтобы поддержать меня, будет достаточно поставить лайк, подписаться на наш канал и включить колокольчик. Всем пока!